Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в финалочку на сервере Радмир, ролеплей, 4-й сервер. Итак, пацаны, это начало новой жизни, для вас специально есть промокод для моих подписчиков, а какой именно промокод, смотрите, пишите МН, потом нажимаете самый низ, и здесь есть промокод, и промокод вот такой вот, КГейм, то есть, коротко, Кирилл Гейм. Этот промокод будет в описании, на Радмире можно играть как с лаунчером, так и без, поэтому все ссылочки будут в описании, играйте вместе со мной. А мы начинаем. Итак, пацаны, сегодня это начало новой жизни, но это не значит, что я не буду снимать в других проектах. Просто я решил начать еще новую жизнь здесь. Поэтому с вас обязательно лайки, просто поддержите меня. 4-й сервер. Я уже играл на Радмире, как вы помните, только на 2-м сервере у меня там была BMW за 7 миллионов, там Бэха еще Е30, очень затюненная. Но, как бы, новая жизнь начинается с чистого листа, поэтому теперь я играть буду на 4-м сервере. Играйте вместе со мной, повторюсь, все есть в описании. Итак, в первую очередь нам, думаю, нужно добраться до автосалона какого-то. Не знаю, на чем мы поедем, автопарк большой такой, если что, это аренда машин. Я вот, честно говоря, не знаю, на чем бы я хотел поехать. Потому что выбор довольно-таки большой, на самом деле. Давайте, не знаю, наверное, Раптор возьмем, либо... Ну, гелик я брать не хочу. Ну, нам оставили одни джипы. Ну, и Дугати есть, в принципе, Супра. Ну, хотя Супра, я думаю, недорогая в аренде, поэтому возьмем ее. Так, сколько аренды стоит? 8 тысяч. Как-то дороговато. А ну сколько Раптор стоит? Давайте, мне просто интересно, сколько стоит аренда Раптора. Также 8 тысяч. Ну давайте возьмем Раптор. Чё нам мелочиться? Мы, пацаны, в принципе, нормальные. Можно на Рапторе поехать. Итак, у меня есть 292 тысячи, в принципе. Я думаю, это нормально. Давайте её закроем, чтобы никто нас ее не свистнул, в принципе. Нам нужно сегодня купить нашу первую машину и скин какой-то купить. Повторюсь, что я уже играл на Радмире, и вам вроде бы как нравилось, в принципе, я снял там около 10-20 серий, как бы, мне тоже нравился Радмир, но я потом почему-то ушел оттуда, и все, моя жизнь на Радмире закончилась, но теперь у нас новая жизнь, и мы будем здесь играть. Так, у нас, по-моему, автосалон, машин находится, общественные места... автосалон премиум, нам нужен эконом класс, потому что, как я помню, на Радмире нельзя иметь машину среднего класса и высокого класса без квартиры. Денег, естественно, на квартиру у меня нету, они здесь стоят от 300 тысяч, по-моему, примерно что-то в районе этого. Но зато мы можем арендовать машину, в принципе, спокойно доехать, куда нам нужно. Кстати, да, забыл сказать, у меня здесь ник, пацаны, не как всегда. Потому что все мои ники были заняты. Ник Кирилл Путбуль был занят, ник Кирилл Путбулови был занят, ник Кирилл Красава был занят, и поэтому я сделал себе ник Легенда Путбуль. Ник будет в описании, пацаны, не перепутайте, вводите именно вот этот ник, когда будете регистрироваться на 4-м сервере. Блин, я так подумал, здесь же, по идее, есть был рынок, надо было, наверное, туда поехать и купить какую-то бушную машину, может, на тюнинге. Ладно, давайте начнем с чистого листа, тогда купим машину какую-то в автосалоне, потому что без машины здесь вообще на Радмире никак. Здесь, по-моему, нету даже скутеров, великов, поэтому здесь нужна обязательно машина, пацаны. Так, вот мы добрались уже до автосалона эконом-класса. Ну да, он как и был, так и остался. Я где-то полгода назад играл на Радмире. Ну, примерно где-то в таком времени. Так, все. Блин, конечно, Раптор я бы себе хотел, он такой классный, блин, вообще кайфовый. Так, давайте заходим, нажимаем Alt, далее. Права у нас есть, все у нас, в принципе, есть, давайте посмотрим, что здесь есть за машина. Так, ну, в конце, давайте сначала начнем. У нас бюджет, ну, тысяч, так, 150, я думаю. Так, а где тут цена, внизу пишется, да, 165 тысяч стоит Volvo. О, Mercedes стоит 230 тысяч, нам на него не хватает, пыжик. О, джип Ранчо Рокки, по-моему, если не ошибаюсь. Капендо 100 тысяч стоит, 115 тысяч стоит у нас семерка. 50 тысяч, 225 тысяч стоит Газель. 190 тысяч стоит у нас девятка, по-моему. Так, Opel есть за 130 тысяч. Блин, не знаю, что на самом деле купить. Я помню, у меня были машины разные. Блин, вот эта тачка очень крутая, но мне на нее не хватит денег. К сожалению, да.
Можно было, конечно, подзаработать еще, но ладно. Что-то сейчас найдем. Вот этот Volvo тоже неплохой. Блин, почему, блин, самые нормальные машины, мне на них не хватает? Так, это у нас этот, я понял. Ну, скорее всего... Кстати, Audi можно будет такую взять. Audi это, по-моему, какая? Да, бочка или как ее там называют. Блин, нельзя ее посмотреть как-то? А, не, можно, по-моему, да? О, это хорошо, что можно посмотреть. Audi бочка. Можно вот такую Audi на самом деле купить. Ну, не знаю. Она 150 тысяч стоит. В принципе, нам на нее, я думаю, хватит. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, что еще можно купить. Акази у нас стоит 30 тысяч. Запорожец. Это что, у нас четырка или что? Так, давайте в бок, в бок. Так, это пятнашка у нас, ага. Так, восьмерочка. Точно брать не буду. Так, шестерочка. Ну, шестерка, на шестерке, я знаю, тюнинг очень хороший. В принципе, но он очень дорогой. Лучше бы шестерку какую-то купить. Опачки, тапочки. Блин, я вот помню, что эта машина довольно-таки неплохая была. У меня она была на втором сервере, я помню. Как бы, блин, но я потрачу на нее все свои деньги, и мне не хватит на одежду там и еще что-то. Блин, я вот не знаю, либо вот этот вагон покупать, он, правда, симпатичный, блин. Либо покупать Опеля, либо уже купить Audi, вон ту. Я, честно, не знаю, что взять. Серьезно, трудный выбор на самом деле. Так, я все-таки решил купить вот такой вот Опеля. Блин, самый лучший вариант за 130 тысяч. У меня еще деньги останутся. Ну и как раз будет на чем передвигаться. Я думаю, это самый лучший вариант. Ну давайте его купим, в принципе. Можно тест-драйв сделать, но я вроде бы помню, как он едет. Поэтому давайте мы его купим. Давайте я скриншотик еще сделаю. Так, купить. Так, все, я ее купил. Вон, по-моему, Opel стоит, да? Да-да-да, это он. Ну, Raptor, ладно, блин, какой Raptor охуенный, на самом деле. Я бы себе лучше бы Raptor купил, были бы у меня деньги. Но пока что у меня таких денег нету. Так, садимся. Я ее серенькую такую взял. Так, ключ надо вставить. Кей, по-моему, да? Да, кей. Так, вам ничего не предлагают. А, точно. Вот, заводим двигатель, все. И начинаем наше движение. Так, я не знаю, где тут магазин одежды на самом деле находится. Нужно его как-то найти. Так, нам нужен телефон, я думаю. Я уже отметил сотовый салон. В принципе, и давайте сейчас получим... Точнее, купим себе телефон какой-то. Ну, номер телефона, чтобы у нас был. Так, а что-то его найти не могу. Где-то он здесь был, я его отмечал. Так, GPS, бизнесы. А, сотовый салон где-то я видел. А, вот. Новый Арзамас. Где он, ёпта? Что-то я его не вижу. Вот этот сотовый салон, блин. Он только что на карте был, но потом я начал подъезжать, и он пропал. Ладно, сейчас будем искать. Так, вот сотовый салон, блин, вход 4000, вы серьезно? Ой-ой-ой-ой, цены, конечно, да. Ну, окей, блин, сейчас телефон, да, 1100, блядь, стоит. И мне на него не хватит даже. А, используйте команду. Нет, мне нужен телефон купить. Так, мобильный телефон. Сколько, блин? 10 тысяч, вы серьезно? Ладно. Хрен с ним. 10 тысяч телефон, ага. Так, изменить. А что у меня за номер телефона? Алло. Так, стоп. МН пишем, статистика. Номер телефона у меня. Ах, хрен его знает, да? Так, используйте как смс, меню, список команд. Ладно, давайте пробуем номер какой-то купить, типа. Видите, вами номер уже используется. Ну окей. Даже не знаю, какой номер можно использовать. 88. 7778. Не, ну понятное дело, что занят тоже. Ну я не знаю, блин. Так, короче, я занял номер вот такой вот. 123555. Вот такой у меня номер будет, короче. Давайте я его сохраню. В описании он тоже будет. Может там само как-то связываться по телефону. Так,
Все, теперь нужно ехать за скином. Так, едем от Надежды. Я здесь помню, что дорога была, поэтому давайте сюда и шкурнем, короче. Ну, блин, на самом деле, как-то мне попроще играть на Радмире из-за того, что я уже на нем играл, поэтому я не прям жестко туплю, но туплю, это факт. Поэтому, да, сейчас направимся в магазин одежды, там какой-то себе шмот купим, в принципе, и будет заебись. Так, вот магазин одежды, в принципе. Блядь, я тебя попросил, дружище, но я чуть занят. Я немного не ориентируюсь, еще плохо ориентируюсь по карте, именно на Радмире. Так, 7000. Блин, ну, хрен знает, что купить. Хотя бы до 20-ки что-то купить было. 12000. Блин, чем они отличаются, мне интересно. Ну, хотя бы такой купить. Я думаю, будет неплохо. Либо еще какой-то. Тоже 24 тысячи. Тоже элита, блин, понимаете, пацаны. Это уже у меня не по карману. Не-не-не, пацаны. Мы будем по бюджетику идти. Так. Все, покупаем. О! Пацан Adidas. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. Фух. Ну давайте подвезем его еще. Моя машина еще на месте, слава богу. Так. Лок. Давайте пишем да. Так, лок 1. Все, открываем машину. Подбросим этого дотослона эконом-класса. Блин, это далеко ехать. Ну и куда ты сел? Либо это баг только что был. Да, это баг был. Ну ладно, на это будем заканчивать. Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.